За время проведения вакцинации в клубах активного долголетия муниципалитета от коронавируса привились 350 человек. Зимой прививочная кампания шла в Звенигороде и Одинцово. Сегодня вакцинация проходит только в Одинцовском клубе. «Мы приглашаем наших подопечных на прививку раз в три недели», сказал руководитель клубов активного долголетия муниципалитета Никита Еленкин. Перед прививкой пенсионеры проходят обязательный врачебный осмотр.